Овны. Сегодня на вашей стороне будет госпожа удача. Причем во всех делах – личных, рабочих и финансовых. Крепко держите ее за хвост. Охотников поживиться за ваш счет много. Тельцы. Вас ждут новые проекты и выгодные предложения. Вот только отношения с любимым человеком никак не наладятся. Для этого постарайтесь изменить свое мнение, которое у вас непоколебимое. Близнецы. Этот день трудно назвать удачным. Будет много подводных камней, неприятных разговоров и инфантильных личностей рядом. Многие вещи, к которым привыкли, начнут откровенно раздражать. Раки. Звезды предсказывают исключительный день, если верить всему, что происходит. Используйте для привлечения денег амулет, если верите в магию. Увидите, все получится. Львы. Если вы будете чаще слушать советы старших коллег, то успех неминуем. Сегодня нельзя вести себя так, как хочется. Контролируйте слова и действия, тогда проживете 24 часа великолепно. Девы. Придется с утра заниматься какой-то общественной деятельностью. От ваших организаторских способностей зависит дальнейшая карьера. Вопросы финансов и быта ни с кем не обсуждайте. Весы. Захочется подвести итог своей колоссальной по объему работе. Вы даже оглядываетесь вокруг в надежде на похвалу. Но рядом одни завистники и конкуренты. В любовных отношениях все солнечно, что подозрительно. Скорпионы. Придется возродить некоторые деловые контакты, чтобы достойно принять перемены. Давние коллеги обязательно откликнутся на все ваши просьбы и предложения. Интересная поездка вечером повлияет на личную жизнь. Стрельцы. Если вы взвалите на свои плечи все, что предложат, то точно сломаетесь. Учтите, что вам нужно больше отдыхать, а не хвалиться своими заслугами. Вычеркните из списка дел те, от которых уже веет нафталином. Козероги. Если возьметесь за проекты, используйте для их реализации старый опыт. Чаще заглядывайте в кошелек, чтобы включить режим экономии. Дорогие покупки пока отмените. Водолеи. Звезды советуют приберечь для себя все, что пригодится в конце месяца. Общение с некоторыми людьми является определенным знаком. Все будет хорошо. Рыбы. Стратегический денек ждет вас, но в приоритете должна быть внимательность. Особенно в бумагах и подписании документов. Не ждите подарков от судьбы, если хочется изменить личную жизнь.